В островной столице члены студенческих медицинских отрядов «Труд Крут» посещают учреждения здравоохранения. Они за два дня успели побывать в поликлиниках Южно-Сахалинска, консультативно-диагностическом и реабилитационном центрах. Для ребят проводят в том числе практические мастер-классы, где они могут почувствовать себя действующими врачами, понаблюдать за ходом операций. Помимо образовательной части, для участников подготовили и развлекательную. Ребята побывают на экскурсиях по Южно-Сахалинску. Программа форума наполнена дискуссионными площадками. Сегодня были выезды в районы, в Корсаковский район, то есть посещали в том числе и ФАП. Пытались помогать нашим врачам работать на мобильном ФАПе. Мы хотим, чтобы наш регион стал интересен для них, как будущее место работы, например. Ну, то есть, чтобы создать условия, чтобы будущие врачи уже заранее хотели приехать к нам работать. Это интересно с точки зрения будущего трудоустройства, своей карьеры, посмотреть, как устроено здравоохранение в других регионах нашей страны. В масштабном мероприятии участвует около 300 школьников, студентов и молодых специалистов из 50 регионов страны, а также Республики Беларусь. Международный медицинский форум студенческих отрядов завершится 10 декабря.